Всем привет! Сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, которые я просила задать. Особенно я благодарна Оксане вот, с Ямало-Ненецкого округа, вот, которая мне задала очень много интересных вопросов. Я старалась в них особо не вчитываться и не думать над ними заранее, чтобы все-таки было как-то интересней. Я хочу это видео снять в двух вариантах. Одно я хочу снять ответы мои серьезные, нормальные, спокойные. А второе видео это в немножко юморном стиле. Ну, посмотрим, как получится, получится ли эта идея. Вы это увидите по выходу ролика. Ну что, первый вопрос мне задала Анна Камелина, с которой мы ходили в театр. Вот, я сфотографировала вопросы. У меня два вопроса. Что тебя может разозлить или кто? Я тебе сказала, что было, вот, с ней ехала одна. А почему едет он, а не я? А? Два места у нее было, два. Так а почему он? Да почему? Что? Почему не ты с тобой? Почему именно он, блядь? Почему? Не два взрослых, а ребенок и взрослый. А я что, совершеннолетний, что ли? Да, какого хера я стал совершеннолетним? Когда, блядь? До 12 лет, потому что дети считаются, а после... Вот второй вопрос. Дима считает ли себя хозяйственным или это все-таки функция жены? Насчет того, что у нас разные спальни. Знаете, дыма без огня не бывает. Вы думаете, аристократы бегали только к жене в спальню? Да у них была куча дворовых. Это общеизвестный факт. Поэтому вот и спите после этого с мужем раздельно. Если работа. Ложа делим вместе. Заботиться, да. А ночью, не меньше человек нуждается в заботе, чем днем. Ну, согласитесь. Его жена любит его тело. И она никуда его не хочет отпускать. Мой муж тоже меня любит. Запах тела, все, понимаете? Это на уровне молекул. Какой запах, Алена? Извини, пожалуйста, лежит он. Очень спит. Вкусный. Рот открытый. Храпит невозможно. Зачем оно мне надо? У него свой там запах, слюна течет. Я должна этому радоваться. Ну что может быть лучше, когда ты просыпаешься? Вот каждый день. Мы находимся в какой-то работе, да, мы возвращаемся домой, да. Очень приятно заснуть именно с любимым человеком, да. В объятиях, как с плюшевой мишкой. И проснуться, что первое, что я увидел, это того любимого человека. А мой муж храпит. Храпит очень громко. Ну, я тоже храплю, знаешь. Вот. И теперь вопросы начинаются Оксаны, вот, которая мне их задавала, которая задает как настроение. Ну, я отвечу, сегодня у меня настроение не очень. Если тебе вдруг стало грустно, то подумай про осьминога. Вот кому действительно плохо. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в той же самой жопе. И ничего, не жалуется. Сколько ты счастлива с Димой? Я думала над этим вопросом, я скажу так. Девчонка,
курткой. Милый, я тебя люблю. Нацарапала красиво фразу из прекрасных слов. Разве это справедливо? Получать, блин, за любовь. Насколько вы счастливы вместе? Этот вопрос меня, как любую женщину, всегда мучает. Дорогой, проснись, пожалуйста, проснись. А? Скажи, ты меня любишь? Чего? Я говорю, ты меня любишь? Ого. Что это значит? Ого. Люблю, люблю. Нет, но почему ты так говоришь, как будто хочешь отделаться? В смысле? Ну, в смысле, что это значит? Люблю, люблю. А по-твоему, что это значит? Для меня это значит, отвали. Слушай, скажи, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты сказал «люблю». Я и так тебе уже сказал 2 раза. Ты не так сказал. Ну, а как надо было сказать? Надо было сказать «люблю». Ладно, хорошо. Люблю. Отлично. Ты довольна? Нет, отвали. Нравится ли тебе жить на севере? Ты что такое? Где? Да вон, смотри. Не знаю. Подожди, это что, правда? Медведь, это живой медведь! Снимай. Так, а насколько ты патриотка? Ладно, я из города Иваново. Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. Не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. А в сельском хозяйстве очень хорошо. Что именно сельское хозяйство сделало? Стало больше земель за... Ну, я не знаю даже, как сказать. Засеивать больше земель. А вот овощи там, рожь, вот это все. А, что еще сказать? Так как у нас страна многонациональная, у нас в Москве очень много людей, которые очень помогают нам, других городов. Просто... Вы считаете, это тоже достижение Единой России? Да, это большое достижение. Очень хорошее даже. Медицина. У нас в Иванове очень хорошая стала медицина. А что еще? Благоустройство в городах хорошее. А с жильем никаких проблем. А люди помогают очень хорошо. Самое твое нелюбимое блюдо и почему? Какая гадость, это ваша заливная рыба. Домашнее животное ты завела бы дома. Ты уже знаешь, что я тебе кушать принес, да? А? Знаешь? Ну иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Тоха. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так. Вообще, с руки нежелательно кормить. Они не всегда разбираются, где рука. Что ты делала на выпускной 9-11 класс и какой был наряд? К выпускному платье долго выбирали с мамой мы. Обошли все с мамой рынки, обошли все бутики. Дорогие нынче шмотки, ну и выбор не ахти. И сказала мама хмуро: чем ты хочешь, там иди. Но когда увидел папа, в чем пойти хотела я, очень громко вспомнил маму и что делал с ней на днях. Обозвал меня шалуньей, чё-то про бабушку сказал.
Очень жаль, что с выпускного платья мамы не узнал. Когда ехала в маршрутке в этом платье в школу я, то водитель прослезился, не взяв денежку с меня. Довели страну уроды, рядом дедушка сказал, а молоденький парнишка мне 100 баксов предлагал. Подходила, когда к школе с ветки воробей упал. Никогда такого платья, видно, птенчик не видал. А у ежика колючки тверже начали торчать. Мне до школы оставалось мимо церкви прошагать. Все подружки были в шоке, обалдели пацаны. Даже те, кто мое платье видел только со спины. Завуч в обморок упала, застрелился воин рук. Платье только заценили трудовик наш и физрук. Мои милые девчонки, я совет хочу вам дать. Выбирая себе платье, важно кое-что понять. Можно ошибиться с тканью, с декольте не угадать. Но должно же ваше платье, ну хоть что-то прикрывать. А, вопрос Оксане? Оксан, я тебе задам вопрос. Бургуин жальё. Выговорил. Против вас играет Мамикон Лазарян. Город Бургуин-Жальё, Франция. Вопрос снят, господин Дроздь. Обещал поговорить с вами, поговорю. Но не сейчас. Вопрос снял сам Мамикон. Внимание на экран. Добрый вечер, дорогие знатоки. Мы сейчас находимся у нас в ванной комнате. Вот тут перед этим зеркалом моя жена иногда красит тебе волосы. Вот берет пачку, открывает, там вытаскивает свои краски. Тут есть инструкция. На инструкции клеены вот такие целлофановые перчатки и две маленькие вот эти штучки. Вот перчатка выглядит вот так. Ну, надевает, чтобы не испачкать руки. А эти маленькие штучки, вот две такие. Вот с этой стороны она закрыта, а с этой открыта. И вот она мне спрашивает, для чего это? А я говорю, я знаю. Если жизнь на Марсе... Товарищ, всех вас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Прошу всех взглянуть на небо. Снизу звездочки кажутся маленькие, маленькие. Но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, так мы уже видим 2 звездочки, 3 звездочки, 4 звездочки. Лучше всего, конечно, 5 звездочек. Ага, какие дети получатся у 2-метровой баскетболистки и циркача карлика? Карлика, да, а потом орать. Не будешь орать? А что ты будешь делать, если по жопе получишь? Да ты не балуйся и не получишь по жопе. А нафига встаешь-то? И на пол все бросаешь. Что, пылесос постоянно должен за тобой? А? И что? Ты скажи, я все и не буду есть. А зачем на стол лезешь? Будешь на стол лезть, по жопе будешь получать. Да? Справедливо? Гой-гой-гой, да, естественно. Да что ты говоришь? Глазенки вытаращил и сидит тут орет. Да? Господи, скажи, что я надрываюсь? С ним бесполезно спорить. Видишь, даже Катя говорит. Что на тебя? Рита, поцелуй папу. Поцелуй папу.
Пап, поцелуй. Ну, поцелуй его. Я держи. Да и буду орать, если ты будешь пакостить. А тут еще деловая целовать не хочет. Накосячила, поорал. А что это было сейчас? Ну, маленькая, да не ругайся ты. Какой самый неудачный подарок я делала мужу? Ботаник, помоги сделать подарок на 14 февраля. Сегодня своими руками мы сделаем подарок на день влюбленных. Нам понадобится хорошая прическа, красивый костюм, романтичная музыка. Антуражный свет. И хорошее настроение. А теперь закрой глазки. Можешь открывать. Ты же сказал, что поможешь сделать подарок. Так и есть. Это мой подарок. Тебе, сосный мальчик.